чемпионства шансы тоже есть. Об этом матче говорили всю неделю. Ожидания от него просто запредельные. Как думаешь, оправдаются они? Хотелось бы. И очень надеюсь, что игроки всего этого не читали. Иначе есть шанс перегореть еще до начала поединка. Все верно. Пора сместить акцент атаки. Рамос. Трап. Момент упущен. Навес не получился у игрока. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Сизенандо. Тут может что-то получиться. Тут немного силовой борьбы, но мяч он пока сохраняет. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Мяч летит в сторону ворот. Счет открыт. Быстрый гол смогли забить. О лучшем начале, наверное, и мечтать не могли. А вот сопернику теперь действительно будет очень тяжело вернуться в игру. Какой-нибудь диванный эксперт скажет, что вот нет ничего особенного в этом ударе. Ну, закрутил, подумаешь. Ну, мало так закрутить, надо же еще и исполнить технически этот удар. И вот футболисту это замечательно удалось. Отлично сыграно, надо решать. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Можно играть дальше, считает арбитр. Грамотный пас, все по делу. В этой атаке оборону пройти не удалось. Сизенандо. Туран. Ближний штанген. Вратарь не без проблем. Арбитр назначает штрафной. Видит игрока впереди и отдает пас на ход. Посмотрим за этой атакой. Пас голкиперу. Тянут они время. Месси. И пробил. Вытаскивает мяч голкипер. Великолепное спасение. С такой-то дистанции удары вообще редко отбиваются. Ну что, вместо подачи тут пошел короткий пас. Туран. Рамос. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Тут может быть опасно. Сизенандо. Трап. Вратарь! Вот это сейв! Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Не отдает мяч под прессингом. И ближе к воротам игра переходит. Месси. Мяч уходит на угловой. И в центр штрафной. Мяч летит от углового флага. Не клеится. Никак не клеится. Все вроде бы делают правильно, но как дело доходит до удара, начинается что-то непонятное. Да, бывает и такое. От сильного желания и чрезмерного старания. Месси. Паштуш Пимпаре.
Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Это может быть опасная атака. Камачо Барнола. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Кажется, появляется возможность для потенциально очень опасной контратаки. Где же удар? И еще один гол они забивают. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже два мяча. Отыграться теперь будет труднее. Месси. Это может быть опасно. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Надо постараться доставить мяч в штрафную. Ситуация к этому располагает. Дорожить нужно мячом, а не дарить его сопернику. Пока неплохо. Здорово сыграл голкипер. Ни шанса не оставил соперника. Он с мячом и продолжает. Туран! И можно бить. Но что такое? Судья поднимает флаг вне игры. Ничего себе! Тренер, по-моему, не верит, что с такой дистанции можно не забить. Просто взяли и подарили мяч вратарю. Нет, такие шансы, конечно, надо использовать. Это, конечно, не стандарт, но и из аута можно извлечь выгоду, особенно так близко от чужой штрафной. Туран. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Посмотрим, сколько времени добавлено. 3 минуты. Может получиться интересная атака. Камачо Барнола. Штрафной подачи есть там кому сыграть. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. И 2-0. Перерыв закончен. Команды на поле. Арбитр дал сигнал начинать. И у нас второй тайм. Поехали. Сизенандо. Это может быть опасно. Мяч остался у них, так что свисток молчит. Ставь, ставь, не имеешь права. Это фол, и нечего спорить. Судья был рядом, он все видел, грамотно разобрался в эпизоде. Да, вот здесь и не успел игрок обороняющейся команды за соперником, поэтому пришлось фолить.
И берет 11-метровый голкипер. Есть игрок впереди. Пройдет передача. И это должен быть гол! Был фол, тут нечего обсуждать. А что насчет карточки? Хорошая игра защитника, чисто сыграна. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Отлично сыграно, надо решать. Туран. Отобран мяч, надо возвращаться. Камачо Барнола. Нет, не дошел этот пас до адреса. Стоит отметить, нарушение очевидное, и судья может показать карточку. Рамос. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Мяч у защитника, он сыграл надежно. Судья позволяет продолжить атаку. Камачо Барнола. Месси. Это может быть опасно. Пас головой, атака продолжается. И снова точно партнеру отдает он мяч. Ищут они разные варианты для атаки. Тут может что-то получиться. Угловой. И разыграть решили угловой. Забуксовала что-то атака, и теперь будет удар от ворот. Пока неплохо. Удар! Вытаскивает мяч голкипер. Великолепное спасение. С такой-то дистанции удары вообще редко отбиваются. Арбитр останавливает игру и вполне карточку может показать за такое нарушение. Просят поторопиться игроков хозяев болельщики гостевой команды, свистит их сектор. Ничего удивительного. Гости проигрывают, а хозяева отказываются форсировать события. Это ему абсолютно ни к чему. Хорошо укрывает мяч корпусом. Туран. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Камачо Барнола. Месси. Подача в штрафную. Там есть кому сыграть. От головы в ворота. Класс! Мастерски сыграл он в этом эпизоде. Отличная передача. Вы только посмотрите, как точно мяч пришелся на голову.
Ну что, интрига у нас в матче обострилась. Команда, которая недавно уступала очень серьезно, теперь почти вплотную подобралась к лидеру. Да, получается так, что догоняющему чуть-чуть легче. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Еще 10 минут. Стадион захлебнулся буквально в эмоциях. Непередаваемый накал. Ключевой момент игры сейчас наступает. Да, тут либо пан, либо пропал. Поэтому эмоции и бьют через край. Трап. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Это может быть опасная атака. Судья фиксирует нарушение и вполне может наказать игрока. Предупреждение получает игрок. И пробил. Бить надо и сравнивать счет. Основное время заканчивается через 3 минуты. Игра на 3 исхода, я бы сказал. Не удивлюсь любому результату. Атака продолжится через фланг. Рамос. Судья решил добавить 3 минуты. Неплохой заброс вперед. Туран. Может получиться интересная атака. Ставит корпус, не расстается с мячом. Сизенандо. Можно подать. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. И матч завершен. Шпионство, шансы тоже есть. Об этом матче говорили всю неделю. Ожидания от него просто запредельные. Как думаешь, оправдаются они? Хотелось бы. И очень надеюсь, что игроки всего этого не читали. Иначе есть шанс перегореть еще до начала поединка. Все верно. Пора сместить акцент атаки. Рамос. Трап. Момент упущен. Навес не получился у игрока. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Сизенандо. Сизенандо.